Вот эта машинка, друзья, у нас сегодня пришла. Такая цистерна. И они вот откачали из нашего туалетика. Видите, там, не знаю, чем там, водичкой или чем-то, наверное, помыли его заодно. Они такой, как бы, санитайзинг такой делают. Что касается самой нашей стройки, вы видите, тут много элементиков они сделали. Вот тут какие-то маленькие вставочки, я не знаю, честно сказать, зачем, но им виднее. Мы ждем инспекцию. Значит, на этой стадии должна быть инспекция. К вопросу о том, хорошо сделано, плохо сделано, с гвоздями там и так далее. Вот, знаете, как это Петька там что-то строчит, Василий Иванович. Говорит, ты что, Петька, пишешь? Оперу, говорит, пишу. Говорит, а о чем? А Василий Иванович, опер приедет, он и почитает. Вот тут у нас, значит, вот инспекция придет, она и разберется. Видите, как тут все происходит. Значит, вот это интересно. Тоже, смотрите, как они вставочки. Левее, правее, левее, правее, левее, правее. Для того, чтобы инспекция пришла, надо еще сделать один вид работ. Это называется rough plumbing. То есть водопроводные дела, но RAF, как бы не то, что трубы надо проложить, а вот как бы должно быть уже сделано все под будущие трубы. Поэтому у нас завтра мы ждем людей, которые придут и это сделают. А сегодня пока такой небольшой простой, это вопросы синхронизации разных команд, которые работают. У Эдуарда много объектов там. Полтора десятка сразу. Он на самом деле довольно большой контрактор. Вот. То есть не такой, что он один домик строит или два. У него их много. Так. Поэтому вот мы ждем. Должен завтра подойти человек. Вот поверхность бетона. Там, я не знаю, почему-то вызвало большой интерес. Есть ли там какие-то пустоты, раковины, я не знаю. Ну, в общем. Вот инспектор придет и скажет, а то там пацаны уже все обсудили, а инспектор еще и не видел. Вот такая вот картинка. Я вас уверяю, что сделано для инспектора. То есть сделано так, чтобы потом не переделывать.